Хочешь у нас еще побыть, да? Для каждого маленького постояльца хосписа Владимир Вавилов друг. 7 лет назад он основал первый в республике хоспис для детей. Здесь словом и делом помогают облегчить состояние тех, кого вылечить медицина не может. Когда дочка у меня, Анжела, умирала, в реанимации меня не пустили, а я уже знал, что за рубежом есть такие заведения, как хосписы, я стал об этом изучать. 7 лет мы к этому шли, к работе над проектом. Да, Володимир, экшин все будет, экшин, все хорошо будет. Он у нас герой, он молодец. За такую работу Владимиру Вавилову госпремия от президента Путина – 2,5 миллиона рублей. Деньги потратят на строительство второй очереди хосписа. Все деньги, которые мы зарабатываем, которые любыми путями, это все идет на работу нашего хосписа. Премия – это все копилку пойдет в хоспис. Услышав эту новость, за Владимира Вавилова порадовались не только близкие друзья. Решение поддержали и коллеги. С нами советовался, как организовать работу. Он в буквальном смысле является примером служения своему народу. Всенародным обещает быть и второй хоспис. На его строительство неравнодушные уже собрали более 20 миллионов рублей. Но надо в 10 раз больше. Помочь можно просто. Отправьте слово Анжела на номер 7715. Динар Камалова, Марат Зайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.